Друзья, всем новогодний привет, с вами Энди Вакс, обещал сделать стрим, и вот во что бы то ни стало, сегодня этот стрим делаю. Во-первых, всех с наступающим, завтра 31-е, я вообще, если честно, сбился со счета дней, сегодня знаю, что 30-е, вроде бы вторник или четверг. Короче, пишите в комментариях и в чате. Сегодня, друзья, я постараюсь так не очень растягивая, коротенько, минут на 40, как всегда, поговорить про плагины, которые мне очень нравятся. Вот часто задают крутым перцам вопрос: а если бы вас забросили на необитаемый остров, какие бы плагины вы выбрали? Ну, нас забрасывают 2022 год, или, как сказал мэр Кличко, 2222 или 2220. Поэтому, друзья, расскажу сегодня о плагинах, без которых, на самом деле, я не смыслю вообще своего существования как звукорежиссер, как продюсер музыкальный, как человек, который сводит чужие треки, свои треки, мастерит и так далее. И затрону не один плагин в каждой категории, а несколько. Для самых любопытных в описании, извините, не ссылочка, а список плагинов, которые я использую. На самом деле там много категорий, по-моему, штук 20. Вот. Так что, если вам не терпится и не хочется долго смотреть, вы торопитесь к новогоднему столу, не проблема. Можете пересмотреть потом, а пока посмотреть, полюбопытствовать, что я в свой так называемый топ 2022 года поставил бы. Вот с какими плагинами я бы перешел. То есть во всех этих категориях на самом деле есть плагины, которые я не могу чем-то другим заменить. Цифровые приборы, аналоги. В общем, обо всем сейчас об этом поговорим. А для начала, конечно же, поприветствуем наших китайских партнеров, которые сегодня выступают спонсором сегодняшнего новогоднего, предновогоднего выпуска. Ну а потом поговорим про плагины. Погнали! А сейчас небольшая рекламная интеграция от магазина ключей CDK Lord. Магазин является официальной платформой по продаже ключей от Microsoft, например, Windows 10, Windows 11 и Microsoft Office 2021. Игровых ключей для Steam, магазинов Origin, Uplay, PlayStation Store и PC игр. В магазине постоянно предлагают скидки для зарегистрированных пользователей, а для зрителей моего канала создан специальный купон AD65, который дает скидку 35%. Регистрируемся в магазине, ищем нужную позицию, добавляем товар в корзину и при оплате используем купон AD65. После оплаты и получения серийного номера нажимаем Windows I, откроются параметры Windows, далее система, о программе. И внизу выбираем нужный пункт для ввода лицензионного ключа. Вводим ключ. Profit. Обратите внимание, друзья, что если у вас легальная копия Windows 10, вы можете установить Windows 11 совершенно бесплатно. Жмите на ссылочку в описании, затаривайтесь ключами со скидкой, а мы продолжаем. Итак, друзья, ну что ж, давайте послушаем для начала. Санду, огромное тебе спасибо, я тебя тоже люблю, бро. Послушаем двухтрековый мультитрек, можно так его назвать, и потом потренируемся, расскажу для начала про инструменты, синтезаторы и для ударных инструменты, какие люблю использовать. В общем, погнали, послушаем и поговорим. Такой простенький мультитрек, думаю, на его примере будет уже все, в общем-то, очевидно. Да, про Elevate спрашивают, по-моему, был стрим очень-очень давно по Eventide, так что поищите. Итак, синтезаторы. Синтезаторы номер один, синтезатор это Xphere Serum, великий и ужасный, который быстро запускается. Чем он хорош? Тем, что у него классные фильтры, классный низ, потому что о синтезаторах, о которых попозже поговорим, там с низом не у всех в порядке. То есть для басов однозначно Serum, для басов в стиле Imanbek однозначно Serum. Есть классные пресеты, в основном от турецких продюсеров. Сейчас покажу у меня тут. Давайте посмотрим поближе. Serkan Scan.
Илкай Синкан, Secret Lab. В принципе, вот этих двух чувачков, их достаточно, их пресетов, чтобы а-ля Иманбек Саунд, сейчас пока еще супер актуальный, накрутить. Ну и, конечно же, здесь очень круто накручиваются всякие воблы для... ну, раньше для дабстепа крутили, сейчас для какого-нибудь джи-хауза, то есть такого современного интересного стиля, который, синтез, который на самом деле не под силу ни одному существующему синтезатору. Waldorf выпустили интересный синтюк, там, в принципе, wavetable, wave-shaping есть, но как бы до серума все равно этим аппаратом далеко, и здесь этим удобно пользоваться, это быстро работает, не нужно в реальном времени сохранять, так что Serum однозначная рекомендация для тех, кто спрашивает, какой бы ты синтезатор порекомендовал. Есть еще синтезатор под названием Spire. Но Spire я использую не часто и в основном для таких трансовых звуков. Потому что? Потому что у Spire совершенно шикарный блок эффектов. Дилея и ревера. Ревер здесь просто потрясающе звучит. Ну, давайте каким-нибудь тембром я попытаюсь корявой рукой что-нибудь наиграть. Транс. Да, это сладкое слово транс. Да, кстати, вот подсказывают совершенно правильно. Дневник моего эго подсказывает, для звучания Иманбек подходит One Shot Vengeance. Так и есть, по-моему, он там какой-то ваншот и использовал. По поводу Massive, Massive X мне не зашел. Я надеялся, что они переработают Massive и сделают его более крутым. Они переработали его полностью, начиная от интерфейса, заканчивая всеми фичами. Там такую модульную систему сделали, которую веревочками можно там друг с дружкой соединять блоки. Короче говоря, я ожидал, и, видимо, остальные пользователи чуть-чуть другого. Поэтому Massive X, как мне кажется, канул в лето. Massive обычный, на самом деле, крутой звук, быстро работает, не очень сильно грузит прос, так что могу смело рекомендовать. Однако я Massive как-то сейчас подзабросил. Сегодня говорю про то, что я вот конкретно использую практически в каждом треке, в каждом продакшене. Далее, ну, синтезатор, про который поговорим, это синтезатор, который я считаю прорывом. Потому что он очень даже неплохо звучит. Многие его позиционируют как убийцу Serum'а, но я про него просто скажу. Это хороший, добротный синтячок, который вам будет стоить $0. Вот я себе скачал бесплатную версию, там есть версия по подписке, по-моему, еще платная, несколько вариантов. Белорусик, привет. И Александр Гаврилов, про Урса Хекмана поговорим. Кстати, вот Arturia Pigment интересный, со своим звучанием синт. Еще его прокачали до версии 3.5. Там синхронизацию между его партами, что ли, можно их так назвать, между частями сделали. Итак, Vital. Бесплатный, хорошо звучащий. И вот под него я уже тут нарулил кучу звуков, которые я, надеюсь, в январе выложу для своих патронов. Так, нужно, наверное, сейчас сделать чуть потише звук, чтобы вам не вынесло мозг. Продемонстрирую пару звучков. Тут больше 100 их, не буду на каждом задерживаться. No.
Ну и так далее. Думаю, еще подрулю. Тут, конечно, все это дело, как видите, обладает огромным количеством басов. Тут концентрация на басах. И чуть попозже поговорим, чем я на самом деле к этому басу. Как правило, всегда хочется добавить жирного низа. Вот это делается с помощью замечательного инструмента. А, что, звукарь залип? Что такое? Что случилось? Надеюсь, что все работает нормально. Заодно тут чат еще читаю. По поводу Falcon. Falcon я использую. Здесь у меня даже кнопочка вот есть. Falcon. Falcon использую для того, чтобы делать ресамплинг. Там очень алгоритм стретчинга классно. То есть, когда вы туда какой-то звук грузите и хотите, чтобы при изменении высоты звука, когда вы играете выше, ниже, звук у вас минимально искажался, вот для этих целей очень хорошо Falcon подходит. Там просто очень круто все это реализовано. По поводу Анны, меня бесит интерфейс. Звучит он неплохо, фильтры неплохие. Вот когда я делал видео про подписку от Стивена Слейта, я рассказывал про Анну, перепробовал все скины, и просто вот меня тошнит. Я открываю этот инструмент, и хочется рвать. По поводу Nexus, ну, Nexus это самограйка. И раз уж заговорили про синтезаторы, сейчас поговорим еще про один инструмент. Который пришел на смену Nexus. Да, вот часто в чате пишут, что, говорят, что Vital убил Serum, но, как по мне, до фильтров Serum ему далеко. Во-первых, фильтры разные. Во-вторых, я согласен, фильтры специфически работают. Я бы сказал, что все-таки плотнее, жирнее Serum. Вот прям конкретно он по низу хорошо работает. Очень хорошо. Что касается Avenger. Avenger — это инструмент, который пришел на смену Nexus. То есть, если в Nexus там были патчи, которые мы практически не могли редактировать, могли какие-то слои отключить, в общем, минимально. Здесь все это, как правило, на основе синтеза, на основе слоев всяких накручивается, и гораздо более гибко здесь все можно настроить, перестроить, то есть я Nexus на самом деле вообще полностью забросил. Но у Avenger есть недостаток, такой же на самом деле, как у очень универсального, крутого синтезатора Access Virus TI, для которого я когда-то сделал заводской банк звуков, то есть вот Virus TI 2 с завода идет с моим банком. Если вы видите AV, это Andy Vax, привет. И так уж получается, что Avenger по низким частотам, ну, так себе работает. Всегда мне хочется домешать что-то снизу. И раз уж мы поговорили про домешивание что-то к низу, и к Vital, и к Avenger, это, конечно же, Urs Heckman Repro. Причем я себя поймал на мысли, что я больше всего использую Repro 1. Здесь, опять же, банк звуков мой есть, который я когда-то нарулил, где-то он вот тут находится. Звуков, в принципе, немного, но они такие интересные. И все они уже давно доступны моим патронам, моим подписчикам на Patreon. Но факт в том, что я всегда беру сабниз с этого инструмента. То есть беру какие-то басы, но сабниз беру с Repro. Только для серума вот я ничего не подмешиваю. Серум сам по себе, по низу, звучит очень классно. Книфониум специфический инструмент. Это типа ламповый аналог. Он так перегружается, иногда неконтролируемо как-то ведет. По поводу Surge очень даже неплохо, но надо мне его опять подучить. Я когда-то в нем работал, еще Psytrance сделал. А потом что-то как-то вот недавно открыл. FM там неплохой. Банки звуков устарели. Поэтому, если что-то аналоговое нужно, одноголосое, Repro 1. Если многоголосые, и, кстати, есть в интернете тесты, которые, ну, прям очень убедительно звучат, когда Prophet 6 и Repro 5 сравнивают, и они звучат очень близко. По характеру близко, по жирности вообще Repro, на мой взгляд, вообще не уступает. Поэтому вот полифонический аналог, это, если вам нужен Prophet, это однозначно Repro 5. А если же вам нужен Юпитер, синтезатор мечты
многих, которые очень дорого стоят, которые когда-то я чуть не купил, но человек сказал, что он с него шумы там какие-то записывает, короче, не захотел продавать. Так вот, Юпитер 8 от Артури, на самом деле, я сейчас чаще всего использую. Я пробовал еще Togo Audio Line, по нему был стрим у нас на канале, и, в принципе, Юпитер мне больше всего зашел. Пробовал в разных миксах, вот в частности, сегодня делал ремикс совместно с питерцем Вадимом Шантором, замечательнейшим продюсером, когда там брейк сделал, транс, очень крутой чувак. И вот ямку нужно было придумать, вот на Юпитере свой пресет Super Soul Plug открыл, поставил тут одну шестнадцатую и какие-то аккордики наиграл. Вот есть какой-то такой элемент интересный, он как-то звучит, как будто и с фейзером, и с хорусом, какая-то магия в этом звучании. И Артури это очень хорошо передает. У Togo Audio Line, у TAL Юпитера, чуть-чуть другой характер, немножечко. Все Юпитеры, каждый по-своему эмулирует. И фишка этого инструмента также в том, что в Togo Audio Line, ну, он на самом деле не очень далеко решил отходить от оригинального инструмента. Здесь же мы, ну, во-первых, вот тут такая панелька открывается, дисперсер. Это регулировка, если вот мы используем унисон режим, вот как, например, сейчас, регулировка фильтров, резонанса, модуляции, питча. Для каждого голоса в отдельности можно это делать в режиме кастом. Также можно заводскую дисперсию устанавливать. То есть о чем это говорит? О том, что огромнейшая кастомизация. Три блока LFO. Один здесь у нас вот бортовой, под капотом LFO-2, LFO-3, тут с разными destination'ами, то есть мы можем с помощью этих LFO промодулировать огромное количество параметров этого замечательного инструмента. Modulation Mixer, там, где мы можем несколько источников модуляции объединять их там каким-то образом друг с другом, вот там с помощью difference, например, замешивать, обрабатывать и накладывать на разные destination'ы. Секвенсор с арпеджиатором, короче говоря, и эффекты, да, вот тут выпадающий список. Ревер, дилей, хорус, фленджер, фейзер, овердрайв, причем, кстати, очень даже неплохой овердрайв, компрессор крутой, короче говоря, самодостаточный инструмент. Один из минусов всех инструментов от Артури, они довольно неповоротливо грузятся долго, потому что я так понимаю, что интерфейс таким образом сделан. Мне говорили, что огромное количество картинок, оно медленно подгружается. Но, тем не менее, инструмент звучит просто как собака. Ну что ж, давайте поговорим еще про спайр, я уже сказал. Частенько его для транса использую. Теперь давайте по ударным пройдемся. Сейчас в моде у нас битмейкинг. По поводу, кстати, вот Артури пишет CS80. CS80 для меня это вообще загадка. Это синтезатор, чтобы вы понимали. Вот во всех 99 синтезаторах, допустим, ручки крутятся по часовой и вверх. В Yamaha CS80 что-то крутится против часовой и вниз. То есть он абсолютно нелогичный, но тем не менее он абсолютно непредсказуемый. Любимый инструмент Вангелиса. Инструмент просто шикарный. Очень музыкальный, очень певучий. И если вы обладатель CS80, ну это огромная удача. Так, ну что ж, по поводу битмейкинга, я остановился на том, что я просто биты набиваю в XLN XO, и даже не набиваю, а забиваю вот в паттернах, как это делают любители FL Studio. А почему нет, если это классно работает? Ну вот можно какие-то из битов, допустим, послушать, тут разные есть, их хаузовые. Чем, вот один жирный минус, чем этот инструмент мне не нравится? Тем, что если вот я кучу звуков накрутил, кучу пресетов, то есть в пресет входит секвенция, звуки, так вот эти звуки, они невозможно сохранить пресет, передать кому-то, чтобы у человека открылось, потому что пресеты используют звуки с вашего накопителя, там SSD, HDD, у кого на что денег хватило. И пока еще невозможно, как, допустим, ВКонтакте, сделать сохранение патча, включая сэмплы. К сожалению, здесь этого режима нет. Но в новой версии они тут свой контент продвигают очень даже упорно. В общем, давайте послушаем. На название сильно не обращайте внимания.
Да, Prattles я слышал, но на самом деле, честно говоря, ни разу даже не пробовал. Когда-то очень-очень давно вроде бы какую-то демку качнул, сейчас уже, по-моему, вторая или третья версия Атласа есть. Там, я так понял, принцип такой же. Облако вот было, насколько я помню. Сейчас вроде туда еще прикрутили вот этот замечательный паттерн, такой секвенсор. И в чате вопрос, как можно тайминг паттернов изменять, типа снэр там сместить по сетке или хеты. Ну, очень просто. То есть партию мы нарисовали, да, просто кликаем. Если хотим громкость поменять, мы кликаем и двигаем вверх-вниз. Также можно ретриггеры делать вот под точкой, там, где звучит наш инструмент. Кликаем, и вот появляется такой двойной ретриггер, двойной удар. Если кликаем и двигаем вверх, даже тройной можно делать. Или четверной. Вот. А если мы хотим звучание нашего сэмпла сдвинуть по времени вперед или назад на небольшое количество сэмплов, или миллисекунд, скорее всего, тут в миллисекундах. Вот тут есть ручка напротив каждого из инструментов, называется nudge, nut написано. И крутим в минус или в плюс. Вот давайте сейчас снэр подвигаю. Сначала сделаю его более ранне звучащим. Также здесь вот грув есть глобальный, есть грув отдельный, то есть можно глобального включать, а можно вот этим переключателем здесь. И вот выпадающее меню, огромное количество грувов, причем оно очень необычно звучит, то есть ваш бит, он будет звучать уникально, это очень большое преимущество, вот когда конкуренция довольно сильная на рынке. То есть есть такие грувы, которые просто сносят крышу на самом деле. Ну что ж, давайте дальше идем. Для синтеза барабанов я чаще всего использую Sonic Academy Kick. Опять же, вот тут у меня такая кнопочка добавлена для быстрого доступа. Здесь какое-то количество сэмплов накручено. Опять же, все они доступны для моих подписчиков. Minimal. Техно, видимо, Slap House. Но я на самом деле все закончил тем, что сделал себе библиотеку сэмплов, которую опять же выложил для патронов. Там и Slap, и Minimal, и все что угодно. То есть там просто перебираешь быстренько, подбираешь в миксе классно звучащий кик и вперед, и поехали. Шикарно звучащий инструмент. Есть еще Vengeance Metrum. Я бы сказал, что какой-то другой характер звучания у него. Скорее всего, за счет того, что атаки, которые подмешиваются вот к этому низкочастотному телу, они совершенно разные. Ну и, конечно же, если вы работаете с барабанами, особенно живыми барабанами, то, наверное, вам такая штука знакома. А если не знакома, то рекомендую срочным образом ознакомиться. В чем смысл? В том, что мы вешаем этот инструмент на наш барабанчик. Ну, вот, допустим, давайте сейчас какую-то партию сюда кину. Ну, вот такой вот 808, и сейчас просто для примера, что из этого можно сделать. Вот в инсерте у нас стоит этот замечательный инструмент, идем в браузер. Тут у меня какие-то библиотеки куплены, там этого Мэтта Халперна, Perfect Drums, SSD Platinum изначально был куплен. Вот какой-нибудь кит выбираем, загрузили его, сразу грузится несколько микрофонов. Микрофон со звучанием помещения, вот Energy Studio, и чистое звучание. И можно вот в меню триггеринг
здесь с помощью вот этих вот регулировок подмешивать больше комнаты, меньше комнаты, ну и так далее. Тут кривые можно изменять, velocity. То есть то, чем занимаются большинство современных там тяжмет всяких чуваков, рокеров, они подмешивают, как правило, к звучанию барабанной установки какие-то сэмплы. В последнее время это приобрело какой-то прям ужасающий характер, и я последние релизы, особенно наших ребят, слушать вообще не могу, потому что это тупо триггеренные мертвые барабаны, это слушать просто невозможно. И стоит, наверное, отсылку сделать к Энди Уоллесу, который и Нирвану, и куча там, и Сепультуры всякие насводил. И фишка в том, что... О чем это я? Пытаюсь еще чат читать. Для Кика Чоп Сьюи там пишут. Нет, не пробовал. Фишка в том, что даже в Нирване, в альбоме Nevermind, вот никто бы никогда не сказал, что там используются триггерные сэмплы. На самом деле там подмешаны сэмплы, чтобы просто уверенный звук у снейра был. И это реально классно работает. Ну, давайте попробуем на этом лупе. Подмешать. Сорян, я бочку загрузил. Давайте снейр загрузим. Тут очень крутой детектор, написанный ребятами из СНГ. Очень крутой алгоритм. Вот некоторые, видите, удары тихие сюда не зашли, поэтому нужно детализировать звучание, захватить более тихие звуки. То есть вот для такого подмеса, ну опять же, с помощью регулятора микс можем подмешать к оригинальному звучанию вот этот триггеренный, мертвый. Вот такой, вроде как и простенький, на самом деле, совсем даже не простенький, но если вы работаете с живьем, это однозначно must-have. Без этого просто нереально работать. Далее давайте идем, третий пункт у нас компрессоры. Самый мой любимый универсальный компрессор, адекватно работающий, это Cytomic Zeglu. Вот он здесь. Под названием SSL. Чем он хорош? Тем, что, ну, на мой взгляд, это самая крутая эмуляция SSL бас-компрессора, которая есть в софте. Также здесь, если вот нажать вот сюда, там где X4, да, здесь мы можем выбирать реал-таймовый и для рендеринга алгоритм оверсамплинга. И на атаку это прям радикальное влияние производит. Если мы реал-тайм отключаем, то есть реал-тайм на один включаем, у нас атака, ну, вот нет того панча, как-то она неправильно, вот неправильно, да, не так, как надо, отрабатывает. Поэтому я включаю для реал-тайма X4, а для офлайн рендеринга X8. Ну, и это абсолютно адекватный компрессор, причем здесь есть одна уникальная ручечка, называется Range, которая задает нам диапазон, как бы, то, что в детектор попадает, да, ниже, допустим, вот сейчас установлено здесь там минус 40 дБ. Все, что ниже 40 дБ, в детектор не попадает. И на самом деле некоторые аналоговые приборы, они ведут себя таким образом, что вот какой-то диапазон, да, то, что там внизу по динамике, оно в компрессор не попадает. И за счет этого компрессор работает, ну, более мягко, что ли. Ну, давайте послушаем. Вот мы атаку полностью подавили, накачали сигнал, маленький релиз поставили. Давайте теперь поставим атаку побольше и послушайте разницу. То есть абсолютно адекватно работающий компрессор, которому вообще нет никаких претензий. Здесь есть sidechain, high pass до 2 кГц, то есть в детектор не попадают низкие частоты. Есть микс соотношение, есть срез пиков. Ну, оно вот здесь единственный момент, оно работает так не очень аккуратно и зачастую начинает гадить сигнал. Поэтому я пик-клип никогда не использую. А так рекомендую SSL Bass, на мой взгляд, самый лучший. Далее очень интересный инструмент под названием Native Instrument Supercharger. Если вам нужен красящий компрессор, компрессор, с помощью которого можете прям расхерачить звучание, сейчас вы услышите, как это работает, причем добавить и сатурацию, и характер звучания изменить, и
Что немаловажно, во-первых, здесь детектор high-pass, можно все, что ниже 100 или ниже 300 Гц, сделать так, чтобы не попадало в детектор. И три режима работы. Стереолинк, ну, обычный, как в большинстве компрессоров, dual-mono, то есть отдельный детектор на левый, на правый канал. Можно это называть как типа два отдельных компрессора. И отдельная компрессия mid и side составляющие. Вот я очень люблю, как видите, по умолчанию mid-side режим. При этом очень интересно раздвигаются, широкие лиды становятся еще шире. В общем, давайте попробуем. Вот, ну, слышно, что в стереолинк сужается стереопанорама, в мидсайд она расширяется. На стереолидах, вот из спайра трансовых, у меня по умолчанию всегда грузится в инсерте после спайра суперчарджер. Очень круто он расширяет, рекомендую. А далее, Arturia 609. Да не просто 609, а диод 609. Это у нас 33609 NIF. Очень специфический компрессор. И опять же, он очень адекватный. Плюс Arturia его конкретно прокачали. Допустим, они время атаки здесь позволили нам менять. Фиксированный режим, это режим как в железке. Также можно менять вот на любые промежуточные значения от 5 миллисекунд до 75. Очень хороший компрессор, плюс еще здесь есть look ahead, то есть можно еще больше пики поджимать. Sidechain Equalizer, очень мощная фильтрация настраивается. Единственный момент, input drive, вот он здесь, ну вот сатурации практически это не влияет, не слышно. Это как-то, ну так, неинтересно. По поводу OTT пользоваться, ну вот OTT у меня тут тоже есть. На панели инструментов. Иногда вот я люблю на басах использовать, чтобы вот сделать бас более контролируемым и более эффектно звучащим. Но те, кто знает OTT, они знают, что это за страшный инструмент. Вот. А 609, возвращаясь к нему, это просто адекватная такая рабочая лошадка. В принципе, от Arturia на самом деле все приборы не очень хороши. И преды, и channel strip, и компрессия, дилеи просто шикарные. Об одном из них мы поговорим еще. Да, кстати, у Романа Стикса по OTT отличное видео. Рекомендую, друзья. Просто супер. Далее мой любимый 1176, который называется 1178. На самом деле это эмуляция 1178. И, на мой взгляд, это самая крутая эмуляция URAY, да, URAY, Universal Audio бывшего, или теперешнего настоящего бывшего URAY, 1176-го. Есть еще очень крутая эмуляция у той же Arturia, но, во-первых, по-моему, те же самые ребята из Pulsar ее делали, во-вторых, там срезается высокая частота, почему-то, я не знаю почему, и, ну, как бы, ну, это не всегда удобно. Здесь же огромное количество настроек. В нижней части у нас настройки, которые мы можем найти в оригинальной железке. Далее здесь несколько режимов, left, right, mid, side. Прослушивание каналов, линковка каналов, сатурация различная, отключение, лента, лампа, триод, warm режим, теплая, клиппинг. С помощью вот этого маленького регулятора мы можем сатурацией управлять ее количеством. Сверху у нас включение sidechain, причем очень удобно, можно вот сразу, видите, да, добавляется, он хочет добавить какую-то полосу частот sidechain, все очень гибко. Look ahead latency тоже, look ahead можно включать как отрицательный, причем так и положительный, то есть более панчевым его делать. Короче, это просто бомба, и практически, ну, наверное, 75% всей компрессии и вокала у меня делается с помощью вот этого замечательного компрессора.
Он в этом режиме 10 миллисекунд, еще и атака на нуле стоит, это самая медленная атака. Он прям плющить начинает, плюхать, как SSL-бас. Это прям колбасный цех, вот хороший комментарий. Дневник моего эго сегодня прям делает мой вечер. И Goodhertz Wolf, еще одно секретное оружие. На самом деле, Wolf делали компрессор Goodhertz специально для Wolfpack. Есть такая команда, очень специфический звук у них, очень крутые музыканты. Кори Вонг, гитарист, кстати, есть у этой конторы, забыл, которая эмуляции делает. Подскажите, Neural DSP, да, Neural DSP. У них есть эмуляция и для него, его аппаратуры. Там, кстати, он, по-моему, через басовый комбик на страте играет. Короче, тот еще извращенец тонкий, но технарь прям сумасшедший. Вот. Поэтому вот Wolf у меня здесь частенько живет вот с такими вот настройками. Здесь у нас компрессор. Вау, это эмуляция ленты. Low-fi, срез низа, такая сатурация. Здесь дополнительно компрессор у нас настраивается. Здесь дополнительно для wow, вот этого вау, настраиваются параметры low-fi, дополнительный crunch, sidechain. Короче, все, что нужно здесь есть. Drive-ed здесь есть. И этот компрессор я использую, вот, когда мне нужно чуть-чуть накачать, подсатурировать партию, подкранчить ее и поднять атаку. Вот как раз такими вот настройками. Атака на максимуме 8x. Давайте послушаем. Вот такой совершенно божественный прибор. Вообще рекомендую вам обратить внимание на Goodhertz. Эта компания просто бомбическая. У нее очень интересные плагины. Практически вот половину из них я использую, очень доволен. И вот до начала стрима спрашивали про Pulsar Mood, спрашивают. На мастере иногда использую, но как-то нет. Вот у меня как-то с Варему, с этими, ну что-то не заладилось у меня с ними. С Мэнли Варему и вот с прочими. Вот, спрашивали в начале стрима про плагин, которым можно панорамой управлять. Вот у меня на горячей клавише висит такой плагин. Называется Goodhertz PanPod 3. Здесь на самом деле все просто. Ну и просто, и не просто. Под капотом тут фиг знает какие алгоритмы. Здесь у нас вот при изменении панорамы меняется уровень, задержка спектрально, частотно меняется что-то в сигнале и по фазе сдвигается. И это работает реально совершенно по-другому, не так, как панорама в хосте. Вот если вот эту панорамку крутить влево-вправо, сигнал, слышно, что он больше отодвигается влево-вправо, и он более, короче, лучше слышен в миксе. Он не тонет в миксе. Очень хорошее достоинство. Вот я слышу, что прям интересно он. Он как будто даже из одной части наушников, да, или мониторов не убирает сигнал полностью. А сейчас послушайте, как это работает с помощью панорамы хоста. Что-то пошло не так. Видно, другой канал я выбрал. По поводу нагрузки на процессор, у большинства Goodhertz справа в углу есть High Quality кнопка. Если у вас грузит сильно процессор Goodhertz плагины, просто не включайте High Quality. Вот Артем Эйзенштейн, он говорит, попробуй, говорит, в моно попанорамировать. На самом деле в моно с этим плагином иногда наблюдаются какие-то артефакты, но фишка в том, что в миксе все равно этот плагин работает гораздо, ну, действительно, можно сказать, лучше. Инструмент не теряется, он слышен хорошо.
Поэтому в моно, вот сейчас я кнопку моно нажал, давайте послушаем. Ну вот я сохранил тут себе пресет вот с такими настройками. И как видите, в моно, ну, практически не слышно, что какое-то влияние на сигнал происходит. Вот, да, Ремус пишет, что high quality режим для мажоров. Согласен. Так, друзья, идем дальше. Дальше у нас гейты. Гейты, на самом деле, я чаще всего использую два. Вот у меня две кнопочки на панели. Для вокалов у меня мягко работающий вот такой гейт в режиме vocal. Вот можете посмотреть мои параметры настроек моего гейта. Атака минимальная, релиз 100 миллисекунд, рейшо максимальный, рейндж 50 децибел. Фишка в том, что вот если Audition нажать, мы услышим сигнал, который попадает в детектор плагина. Ну, опять же, если это вокал, то есть все сибилянты не проходят и низкие частоты не проходят. Ну и по рогам срабатывания мы подбираем, чтобы шумы не пролазили и чтобы дыхание пролазило. Вот, собственно, и все. Но этот плагин, он довольно мягко работает. И на каком-то действительно крутом таком панчевом перкуссионном материале он, ну, так себе не очень звучит. Поэтому для вот таких целей перкуссионных я выбираю Unfiltered Audio Gate, динамический гейт, в режиме пиковом. Что про него можно сказать? Да то, что здесь очень крутой детектор. Вот нажимаем на кнопку Audition. И, допустим, хотим только snare выделить. Нажимаем Audition. Вот бочка пролазит, потому что широкополосный инструмент, как и снейр. Ну вот удалось из очень сложного сигнала, из лупа, да, не сольно звучащего инструмента, выделить снейр. И опять же, если атаки не хватает, а скорее всего его не хватит, мы параметр look ahead можем чуть-чуть настроить в плюс, чтобы детектор как бы чуть-чуть вперед заглядывал и эту атаку утерянную дополнительно вернуть. Вот, фаб-фильтр, там тоже есть параметр look ahead, 10 миллисекунд. Но, к сожалению, у меня ни разу не получилось так же круто настроить, как это динамический гейт. Вот по-разному алгоритмы реализованы. Поэтому для каких-то вот таких точечных выделений использован Unfiltered Audio, а для мягкого гейтирования, для вокала, вот использую Pro G. Гейт от Sonox. Ну, гейт от Sonox, спрашивают в чате, он же специфический, его нужно обучать долго. Бывает, что я его использую, когда хочется вот огромная дорога, я вот на образцах инструмента его обучу, и он потом работает идеально. То есть я потом просто применяю ко всей дорожке эффект в инсерте и быстренько обрабатываю. Просто когда неохота вырезать, допустим, какие-то барабаны вручную. Риперские плагины на самом деле отличные, но меня расстраивает их интерфейс. Это, конечно, неправильно, но тем не менее. Далее мультибенд динамика, и тут два любимых у меня прибора. Если у вас нет Universal Audio, то Melde Dynamics Multiband, замечательный прибор. В принципе, по видео по подпискам есть, там я про него рассказываю подробно. Правый клик делаем, тут можно до 6 диапазонов задавать. Кроссовер, аналоговый, линейно-фазовый и все, что между вот этими режимами с разными срезами. В общем, кроссоверы тут с разной крутизной. Очень-очень крутой прибор с огромным количеством настроек. Это Dynamics MB версия. А есть еще Dynamics MB Large, большая. Там дополнительные процессоры, гейт еще один, процессор еще один. В общем, супер мощный прибор, но опять же, как все у Melde, огромное количество настроек, и не всегда это удобно. Хочется иногда пару
ручек кайф, покрутите, чтобы все звучало. И в этом случае нам поможет Universal Audio. И замечательный прибор. Universal Audio Precision Multiband. В принципе, та же самая концепция, что у предыдущего прибора, только все на виду. Выделяем диапазон. Можем, кстати, вот здесь есть режим такого быстрого перемещения диапазона. То, чего, как по мне, вот не хватает в мелоди. Также здесь только два режима, есть линейная и минимальная фаза. Собственно, на задержку влияет. Ну и нужен Universal Audio интерфейс или процессор. Thunderbolt или FireWire. Кстати, Townhouse Bass очень даже неплох. Вот в качестве SSL Bass компрессора очень даже крутой. Когда-то его себе купил. Далее у нас envelope шейперы. И начнем с самого дешевого. Он вообще какие-то копейки сейчас стоит. То ли 7, то ли 9 долларов. Audio Assault Multitransient. Задержка 0. Стоит не 0, но очень близко к этому. Здесь вот общие регуляторы атаки и сустейна. И на каждый из диапазонов, здесь их 4, тоже можем регулировать атаку и сустейн. И в два раза еще это все дело утрировать. В общем, очень удобно. Частоты, опять же, можно менять. Частоту разделения полос кроссовер. Опять же, в каждом приборе, и этот прибор не исключение, свои алгоритмы используются. То есть иногда этот прибор может сработать классно на инструменте, даже на мастершине бывает такое. Иногда не работает, приходится искать что-нибудь другое. Из дорогой альтернативы, вот был недавно стрим, Surreal Machines Impact. Та же самая концепция, здесь 1, 2, 3, 3 диапазона. Несколько типов сатурации, по факту здесь такая folding trash, что-то спецэффектное, и консольная, вот консоль 1, консоль 2. И сатурацию можно регулировать здесь отдельно для каждого диапазона, атаку, sustain, эквалайзер здесь есть, можно вот таким образом его подкручивать или с помощью регуляторов. Несколько режимов выхода. Клипер, лимитер, максимайзер. В общем, не дешевый прибор по сравнению с предыдущим, но и фич здесь побольше. Опять же, свой алгоритм работы. Ну и так далее. В общем, хорошая штука, но опять же, алгоритмы везде разные, поэтому нужно подбирать под конкретный материал. Олег Фаус спрашивает, что за секвенсор? Это Cocos Reaper, жнец. Далее, самый мой любимый на данный момент такой простенький Transient Shaper от Kilohertz. Здесь у нас атака, памп. Обратите внимание, как она после фазы атаки, это ручка памп, она просаживает сигнал, и sustain. Очень адекватно работает. Клипер есть, то есть пики режет он, потому что для Transient Shaper это актуально. Мы можем так атаку подчеркнуть, что можно пики поднять там на 12-16 дБ. А клипер, он все эти пики срежет. Удобная рабочая лошадка. Ну, такая однодиапазонная. Если мы хотим его использовать на большом количестве диапазонов, то, конечно же, мультипас. И в каждый из диапазонов тут можно запихать эффекты, в том числе и вот этого вот. Envelope.
Transient Shaper, да. Вот, например, вот таким образом. Далее у нас уникальный прибор, который очень недешев. Да, вот в чате Джейн Садам подсказывает, у прошлой конторы, у Surreal Machines, есть еще крэк неплохой. Звучит двусмысленно, но тем не менее. Это NLab Shaper, но однодиапазонный и бесплатный. Oxford Involution, как все приборы от Sonax, они интересны. Здесь есть Warren в такое утепление и подавление пиков, когда здесь 100% стоит этот параметр теплоты. Transient отдельно и Sustain. И фишка в том, что мы можем задавать диапазон работы. Вот нажимаем на Frequency. Допустим, вот так только высокие частоты будут подчеркиваться трансиентом. А можно входить в режим фокус и какую-то полосу выделять. Вот Виктор пишет, если не изменяет память, тот самый Fusion на днях огласили лучшим плагином года. Ну, это очень хорошо, потому что я тоже заметил некоторые обзоры на SSL Fusion, Distortion, этот драйв и стереорасширитель, и по таким обзорам можно четко определить, кто из блогеров продажный, и, собственно, ну, уже можно дальше выбирать, смотреть его или нет. В общем, все понятно, где проплачены обзоры на самом деле. Так что для меня это такая лакмусовая бумажка. SSL, спасибо. Вот можно разницу послушать, то есть выпятить какую-то только частоту нашу, трансиенты, пики. Ну и то же самое для сустейна. Он работает очень уникально. Тут прям очень крутой алгоритм, однодиапазонный, но опять же можно это все дело настроить каким-то удобным образом для себя. Выбрать нужную полосу частот, и звучит он, конечно, очень круто, потому что с сигналом прям можно какие-то страшные вещи делать. И чего нет в остальных подобных процессорах, здесь у нас есть регулятор sensitivity, чувствительность, то есть обычно вот тебе дают ручки и крути себе пики и sustain. Здесь же мы очень удобным образом можем чувствительность регулировать. Короче, рекомендую. Если денег куры не клюют, то Involution вас точно порадует. Крутой инструмент. Вот Миша спрашивает, правда ли, что FL Studio портит звук сэмплов? Нет, я так не считаю. Опять же, есть такое понятие, как ресамплинг, когда вы, допустим, в проект кидаете сэмплы другой частоты. И тут уже есть варианты. И, кстати, в Reaper на эту тему они выпустили интерполяцию RAID Brain Free. Самое высокое качество и довольно низкая нагрузка на процессор от Алексея из Voxeng. За что им огромное спасибо. Бесплатно предоставил, как я понимаю. Очень крутой подарок. Далее Clipper. Тут, в общем-то, один вариант и самый, как мне кажется, крутой. Самый лучший в мире для меня клипер — это Sear Standard Clip. Если он вам понравится, для чего он используется, во-первых? Чтобы срезать пики. То есть если у вас пики выходят за 0 цифровой, да, 0 децибел, то с помощью этого прибора мы пики можем срезать. Плюс еще можем подсатурировать. Вот настроили каким-то образом, видим по вот этой шкале, сколько пиков подавляется. Разные алгоритмы здесь есть. Оверсамплинг аж X256, который уложит, наверное, любой Ryzen. А вот миллион тестов на YouTube есть, да, по поводу, наверное, звука разных хостов. И с помощью такой легкой сатурации можно еще и подкрасить. Обычно такие приборы вешают либо на каналы, как я уже говорил, чтобы пики срезать, либо на мастер-секцию, чтобы удалить все
пике дополнительно, перед тем, как, собственно, отправить на лимитер или максимайзер трупик весь наш мастер-сигнал. Далее, друзья, дилеи. Дилеев три самых ходовых у меня. Давайте поговорим. Поставим мелодическую партию. У акустики клипер... Ну, акустика, когда я последний плагин попробовал, ну, это какой-то кошмар. Там дикая задержка. Я понимаю, что для мастеринга я акустику сейчас использую только один прибор. Это DBX-3BX. Ну, в реальности он называется трехдиапазонный компандер, компрессор-экспандер. И, собственно, все. Потому что прибор уникальный, круто работает. И я готов мириться с его там задержками, нагрузками на прод сумасшедшими и так далее. Остальные приборы, ну, такое. Мы поговорим в конце, наверное, про прорыв года. И вот все эквалайзеры у меня ушли на покой после этого. Как бы я перестал вообще заморачиваться. Я сейчас больше, последние полгода, я вам скажу, стал больше концентрироваться на звуковом материале, на музыкальном материале. Вот в чате пишут про дилей, только не H-дилей. H-дилей, кстати, очень неплохой дилей на самом-то деле, со своим характером звука и очень даже неплохим. Так что я его могу смело рекомендовать на самом деле. Но сейчас будет разговор. Давайте послушаем сухую партию. От фаб-фильтра мне дилей не зашел, потому что характер там мне не понравился, какой-то неинтересный. Я люблю красивые дилеи. И поэтому, во-первых, такой недорогой приборчик, часто его продают за 29-39 долларов. Он быстро настраивается, здесь крутые характеры разные, быстро переключаются звучание, и сатурация регулируется, срез частот. Вот, как видите, абсолютно разный характер звучания, прям радикально иногда, разные в некоторых случаях. И вот мы просто ставим исходник наш и проверяем, как те или иные алгоритмы звучат, и выбираем нужный. Ну, раз уж речь пошла про красивые дилеи. Вот Александр Скис пишет, что бесплатно его давали. Я, кстати, не в курсе. Может, и бесплатно. Опять же, такой довольно неповоротливый интерфейс, не быстро грузится, но звучит он просто шикарно. Плюс здесь есть режим левый-правый, пинг-понг и мид-сайд на секундочку. Где вы еще мид-сайд видели в дилеях? Это прям большущая редкость. Input-drive, можно раскочегарить сигнал, исказить его до попадания в дилей. Разные режимы прохождения сигнала здесь. Чистый режим, который на самом деле тоже можно раскачать. Режим RE-201 оригинального Роланда. И режим какого-то Arturia Vintage Germanium преампа. Опять же, три разных характера звучания. Эквалайзер, всякие эффекты ленты, шум. Ну и, собственно, то, за что мы любим 201. Красиво звучащий. Что тут еще из интересного? Регулировка Rate Offset, когда мы можем модулировать по питчу, по высоте левый-правый канал и расширять или сужать его. Давайте, в общем, послушаем.
Вот за это я его люблю. Думаю, что вы все сразу поняли. И последний Surreal Machines Diffuse. Обожаю этот дилей. Многие про него не слышали, не знают. Про него когда-то мы стримили. И чем он хорош? Тем, что у нас здесь есть блок дилея. Странно здесь время дилея настраивается. Тут необычные. Да, вот 1/4 там с точкой, триоли мы здесь не найдем. Здесь вот странные там 8/32, там еще какие-то значения. В общем, это блок дилея. А внизу у нас блок, ну, можно сказать, такого типа ревера, размытия. Тут у нас хорус, модуляция, срез высоких низких частот, памп, это такая, я так понимаю, компрессор накачка и регулятор микс. Также можно по входу разный характер искажения задействовать с помощью rectify, ширина нашего звучания. Короче, красивый, спецэффектный, размытый дилей. Так, эпохально он звучит. Ну, раз уж мы заговорили про эпохальные дилеи, всякие такие эффекты, нельзя не упомянуть Valhalla Shimmer, который, собственно, делает то же самое, что эффект, о котором мы сейчас говорили, только мы можем наш дилей поднимать по питчу на октаву вверх или вниз с помощью вот этого регулятора Shift. В данном случае он поднят на октаву выше. Вот если вам нужно текстуру какую-то создать, звуковую, вот скучные какие-то исходники, пустые, вот не хватает какого-то типа пэда, то можно на какой-то тональный инструмент повесить шиммер, и он вот отличную текстуру звуковую создаст. Так, друзья, идем дальше. Дальше у нас ревера. Ну, из самых любимых это, конечно же, Sonsic. Reverb Pay от компании Relab, в создании которого я непосредственное участие принимал, и интерфейса, вот эта кнопочка синхронизации пределая с темпом, благодаря мне только она и появилась, я просто их умолял, я их достал просто с этой кнопкой. Ну и другие параметры мы вместе допиливали, хотя они изначально выкатили алгоритм, который на самом деле здесь под капотом три эффекта, то есть тут ревер, ensemble, три разных характера, короче, такой универсальный ревер. С кучей моих пресетов очень удобно здесь все по категориям. Вот басы, барабаны, лиды, нелинейные, плейты, комнаты, вокалы, все это разбито. Но, опять же, все это доступно моим патронам. Так что подписывайтесь на Patreon, не пожалеете. Я старался. Это один из них. Вот, все они звучат по-разному. Если нужен, опять же, спецэффектный дилей, я чаще всего использую, вот, как видите, на кнопке у меня Black Hole висит, вот с такими вот настройками. Практически все здесь по умолчанию, кроме уменьшенного размера. Тут по умолчанию 90 я на 50 ставлю, и микс с 50 на 30 я убираю. Очень красиво он работает. Вот в каких-то современных стилях, на вокализах, на адлибах. Прям отлично залетает. Valhalla Vintage Verb. Без него никуда. $50, и это чистый кайф. Огромное количество разных звуковых оттенков, разных помещений, и комнаты, и плейты, пластины. Тут, в общем, что тут только нет. Даже нелинейные
ревера. Тут все просто. При дилее микс, затухание хвост, здесь затухание высоких низких частот, форма помещения, атака, то есть насколько быстро будет наш, собственно, ревер звучать, можно так сказать. Диффьюз, размытие, модуляция хвоста и эквализация. Три разных цвета. 70-е со срезанным верхом, как обычно, во всяких EMT это делалось. 80-е без среза. И Now такое современное звучание. Опять же, куча моих пресетов, которые доступны для патронов. Вообще, если забросить меня на необитаемый остров и сказать, выбери один ревер, это однозначно был бы Valhalla Vintage Ver, потому что он самый универсальный. Ну и он, наверное, один из самых дешевых на рынке, не считая всяких там скидочных Waves. Далее, про Black Hole я сказал. Далее, Universal Audio EMT-250. Единственный ревер от Universal Audio, который здесь у меня на кнопочке висит. Еще у них, кстати, EMT-140 мне нравится. На фортепиано это прям ревер, который я всегда пробую в первую очередь. Вот в чате пишет Александр Гаврилов, PSP-2445. Да, действительно, если у вас нет Universal Audio, то... Вот этот замечательный поляк 2445. Он, конечно, можно нечто похожее нарулить, но он один в один не попадает в 250, потому что это тупо разные алгоритмы у железок изначально. Поэтому, на самом деле, Universal Audio тоже не звучит прям как железка, но вот с такими параметрами, самым коротким временем, я люблю утапливать голос в микс. То есть давать ему такие ранние отражения, очень прикольно получается, чтобы вокал очень сухо не звучал. На рэпе это прям хорошо очень заходит. Вот отличный ревер. Далее, друзья, у нас эквалайзеры. Так, ну и тут, на самом деле, я разделяю эквалайзеры на цифровые и на аналоговые. Цифровыми, как правило, удаляю всякие неприятные моменты, а аналоговыми добавляю краску и, как правило, широкими полосами для выделения инструментов в миксе, для такой окраски приятной. Уже можно симуляторами аналога воспользоваться. Сегодня 4 эквалайзера у нас. Первый — это мой любимый новый EQ, про который был стрим недавно, Kirch Goff от китайских разработчиков. Это эквалайзер, который вобрал в себя все самое лучшее и сделал это лучшее еще лучше, добавил всяких новых фич. Короче говоря, если вам интересно про него посмотреть, смотрите прошлый стрим. Это шикарный прибор. Ну, а если хочется подкрасить, у меня здесь вот на панели висит 3 кнопочки, давайте по порядку. Первый красящий — это API-560. Мне очень нравится именно как IK Multimedia его реализовали. Вот разные пробовал эмуляции и от Universal Audio, и от Waves, в общем, что только не пробовал. Вот именно IK Multimedia классно заходит. Очень удобно, что здесь вот все по полоскам разделено. То есть ты просто сидишь и крутишь полоски и понимаешь, нравится тебе звук или не нравится. Ну, конечно же, все это лучше делать в миксе. И часто преамп я отключаю, потому что он добавляет зачастую слишком много искажения. И количество этого искажения, как я понимаю, здесь особо не порегулируешь. Так приятно сатурирует, насыщает. Далее эквалайзер, который ужасно выглядит, но тем не менее он так выглядит, потому что так ужасно, также ужасно выглядит железка под названием Avedis эквалайзер, которую сейчас снова стали выпускать. Это нечто вроде современного Нива, причем крутого современного Нива, и линейка такого эквалайзера стоит там, по-моему, по $2000. То есть пара стоит уже под четверку. Очень дорогой, многими очень любимый и желанный, и
PSP замечательно его сделали. Я совершенно случайно с ним познакомился. Если честно, я бы с таким интерфейсом я даже плагин не открывал. Он просто ужасен. Но мне прислали, попросили стать бета-тестером этого плагина, ребята, из PSP. Я его покрутил, и я просто офигел. Про этот плагин мы поговорим. Я надеюсь, в январе разыграем 5 лицензий. Что тут надо понимать? Надо понимать, что здесь есть режим mid-side, что очень даже удобно. Да, можно на самом деле смотреть только вот на вот эту вот часть, да, когда у нас залинкованы параметры. Здесь у нас 6 полос, по факту. Полосочки вот высокие и низкие частоты переключаются в режим шельфа. Также здесь драйв есть, срез низа. Ультра-верх можно подчеркнуть. Потом здесь две кнопки. Вот это режим отключения вот этой сатурации. Это операционный усилитель, по-моему, это трансформатор. То есть вот такое разное искажение. Часто я только трансформатор оставляю для нечетных гармоник. Звучит потрясающе, красит классно, полосы достаточно широкие. В общем, такой ниф для очень богатых людей. Да, Илья Сюкарев. Извините, если чьи-то ники читаю или фамилии неправильно. Это Аведис, да, совершенно верно. С характером. Вот и всегда, если я уже свел какой-то трек, я понимаю, что хочется, допустим, синтезаторы сделать более пробивными, читаемыми. Повесил этот Аведис PSP E27 и подкрутил немножко середину, и все. Отлично начинает микс пробивать, на бочке отлично. В общем, для того, чтобы инструмент пробивал микс, настоятельно рекомендую, очень крутой инструмент. Ну и к этому ужасному интерфейсу можно на самом деле привыкнуть. И последний эквалайзер, который я практически всегда на бочке использую, это 1073 от компании Sonimus под названием Barnley 73. Здесь у нас высокие частоты, середина, там где мы можем частоту выбрать, задать дискретно. Вот, как правило, опять же, в режиме прослушки можно вот эти частоты попереключать, вот прибавить, попереключать, и становится сразу понятно, как в миксе начинает кик, бочка лучше пробивать. Низкие частоты можно выделить, вот, поднять верхнюю середину вверх, и очень крутое здесь прям шикарное искажение, сатурация. Вот этот прибор я настоятельно рекомендую. Ну и, как я уже говорил, вот на бочке, как правило, вы можете увидеть вот именно Barnley 73 у меня. Далее, друзья, channel-стрипы. Конечно же, первый по значению и по списку — это PSP Infinity Strip. Чем хорош? Тем, что здесь шикарные процессоры, все самые крутые процессоры от PSP поляков собраны, особенно эквалайзеры здесь шикарные. Вот таким образом на название клика можно выбирать какой-то другой модуль загружать, предусилители разных времен и народов, даже современные, вот эквалайзеры, три разных, ретро-эквалайзер, прекурсор, кстати, который очень любит, channel, EQDS-ы, гейты. Единственный минус, мне кажется, вот чуть-чуть они не допилили компрессоры, вот чуть-чуть мне, опять же, в VCA не хватает панча, как у SSL. Вот чуть-чуть недомодулировали, недоэмулировали. Не хватает мне вот по динамике здесь. Вроде все адекватно работает, но вот что касается сатурации и эквализации, просто шикарно. Вот в профильтрах тут есть широкая очень полоса для выделения какой-то частоты, или очень узкую можно сделать. Короче, прибор на самом деле крутейший. Про него опять же есть стрим. Но вот по динамике что-то не то пальто. И если мне нужно сделать современно звучащий, попсовый какой-то такой хлесткий микс, это всегда SSL-4000i. Ну, давайте на барабанах попробуем его.
Чем он хорош? Тем, что вот на самом деле здесь все настроено уже. Compression ratio, степень компрессии, мы выкручиваем и получаем все больше и больше компрессии. Причем здесь компрессия с автогейном, то есть ручку выходной громкости крутить, постоянно ее дергать не нужно. Можно добавить панча. Плюс еще здесь high-pass фильтр есть, чтобы в детектор низ не попадал. Ну, короче говоря, здесь под капотом вот второй релиз, микс. Здесь очень-очень много всяких сюрпризов. Плюс еще рандомизатор каналов, Random Channel, TMT технология их, которая эмулирует 72, по-моему, канала реальной микшерной консоли. По факту это разная АЧХ, фаза чуть-чуть разная для каждой стереопары, для левого и правого каналов. И получается, вот когда мы на каждый канал в нашем проекте повесили такую консоль, даже можно эквалайзер и компрессор отключить, потом нажимаем Random All, и у нас рандомизировано такое 3D появляется, потому что разница между каналами левым и правым, она такое прям именно вот аналоговое 3D дает, очень прикольно. Да, спасибо за добрые слова. Так что вот если нужен панч, контролируемое SSL звучание хорошее, то Brainworks SSL 4000i. Далее, друзья, сатураторы и эксайтеры. Ну, наверное, один из самых таких кайфовых, ручка кайф, что называется. Это мой наилюбимейший Omega TVK. Здесь на самом деле все просто. Ручка, вот, кайф, intensity. Можно ослабить сигнал на 20 дБ, выходная громкость, входная, оверсамплинг и фазу перевернуть. Все. Ну, этого достаточно. Если у вас сигнал не читается в миксе, бросаете омега-трансформер, опа, и он появляется. Вот спрашивают про нативные SSL. Нативные SSL, они очень странно работают. Я, честно говоря, не понимаю, что они там эмулировали, особенно бас-компрессор очень странный. И 9000G я попробовал, ну, не знаю. Я привык к 4000 именно и вот предсказуемый результат, то, что надо. И многие, кстати, метры, они именно на и. Они на G сидят. Хотя некоторые и на G 4000-ном. Там чуть-чуть разные кривые эквалайзера. Компрессоры чуть-чуть по-другому работают. То есть такая уже разница в нюансах, в деталях. И давайте на синтячке попробуем. Вот так он подсырает, очень музыкально. И вот чуть-чуть его применив, как я уже говорил, прям можно выделить хорошо инструмент в миксе. Дальше был стрим про прибор. Это Pulsar Modular P42 от турецкой компании Pulsar Modular. Это у нас трансформатор, эквалайзер, два сатуратора. Здесь драйв-регулятор и регулятор, собственно, сатурации. Режим mid-size здесь есть. Air-диапазон высокочастотный, срез низких-высоких. Да, интерфейс совершенно ужасен, но я познакомил Pulsar Modular с замечательным дизайнером, и уже скин готов, я надеюсь, что в этом году он точно выйдет. Скин шикарно выглядит, все там красиво, удобно читаемо, с юзабилити никаких проблем. Вот так он очень круто ужирняет. И сатуратор Tone Projects Kelvin. Давайте про него поговорим. Также замечательный прибор. Новая версия принесла здесь раньше только
серийная была обработка, то есть один модуль за другим. Но я очень люблю этот прибор использовать в режиме параллельной обработки, хотя есть еще и mid-side. В режиме параллельной, собственно, вот здесь stage 1, stage 2, две сатурации в одном приборе. И они параллельно срабатывают, и очень даже он классно красит. Стереорасширение, дефаз, когда смягчаются высокие и средние частоты. И фишка этого прибора в том, что здесь у нас вот три полосы, которые мы можем отключать. Можем также разные кривые тут задавать, прережим, пострежим, в общем, навороченный прибор. То есть мы можем вот напротив каждой полосы у нас два регулятора, пре и пост. С помощью регулятора пре мы можем на наши сатураторы, на наши исказители, вот больше какой-то частоты добавить, а потом пост — это у нас громкость этой частоты. Мы можем, допустим, низкие частоты, там, средние или высокие, сделать тише или громче. Вот на самом деле все так просто. Вот пишет мне в чате, раньше Saturate на мастере юзал. Я, честно говоря, не помню, что за Saturate, кто производитель, не помню. Декапитатор, ну, как-то вот не прижился у меня декапитатор. Как-то он по сравнению, опять же, вот с теми плагинами, о которых мы сейчас говорим, я пробую. И все время эти плагины на моем материале, они более выигрышно звучат. Ну и не забываем, что здесь огромный список разных искажалок. Опять же, подбираем на слух. Они реально по-разному звучат. Вот что мне нравится, потому что иногда приборы пробуешь, блин, вообще непонятна разница. Иногда прям какая-то радикальная, но это не похоже на железки, вот на то, как это в аналоге звучит. Этот прибор, вот за него могу, что называется, голову давать на отсечение. Звучит прям как железка. Отличный приборчик. И Good Hertz Tupi, который я выиграл в рандомном розыгрыше. Тут у нас Tupi — это tube и tape. Получается Tupi. Вот эта точка — это глубина эффекта. Далее у нас выбирается тип лампы. Здесь выбирается тип ленты. Лампу в ленту или ленту в лампу. Точка, с которой снимается напряжение. Байос. Дальше шум. Подмешивается. Тоже, кстати, неплохо оживляет. Компрессия. Причем в разные там пре-пост, сатурированный сигнал можно компрессировать. Фильтр — это такой эквалайзер. Эмфазис, в котором мы даем понять плагину, что, допустим, какие-то частоты мы не хотим вообще сатурировать, искажать. Вот таким образом это здесь реализовано. И режим High Quality, который многие ругают, да, потому что High Quality кушает много процессора. А так, вот этот Tube Tape прибор, он просто шикарен. Как и все продукты от Good Hertz, мы про это сегодня уже говорили. Идем дальше. Дальше у нас приборы для мастеринга. Ну, давайте на мастер их загрузим. Вот в чате спрашивают по поводу Waves и V2 гармоник. Я, честно говоря, не знаю, они одинаковые или не одинаковые. Я так понял, что они одинаковые. Мне писали в чате, что вроде бы разные. Мне кажется, что они одинаковые. Единственное, что алгоритм там крутой, и в отличие, вот в зависимости от частоты, алгоритм
управляет количеством гармоник, видом, типом этих гармоник, то есть вот как в реальном аналоговом приборе. То есть не одинаковые гармоники по всему спектру частоты, они варьируются. Это прям очень круто. Да, с козырей зашли. Будем делать мастеринг. А, ну, здесь огромное количество модулей. Опять же, если вам интересно про Isotope Ozone, плейлист по битве подписок, там я про Озон тоже рассказываю. Здесь у нас и динамика, динамический эквалайзер, динамика, то есть компрессия, два эквалайзера, эксайтер, стереорасширение, low-end focus, замечательный прибор, сейчас покажу, как он работает, master balance, когда мы можем отделять на стримах по прослушке треков, часто мы это делаем, вокал, бас или барабаны делать тише или громче. В общем, такой комбайн для мастеринга. Тут же есть у нас максимайзер, один из самых лучших вообще в софте. Особенно крутые режимы ARC3, клиппинг и ARC4, по-моему, трансиент. Вот они на таком громком материале прям хорошо заходят. В трупике это все работает. То есть для стримингов прям отлично. Ну и давайте посмотрим. Эксайтер, кстати, тоже тут довольно неплохой. Такой комбайнчик. Можно аккуратненько поджать все это дело, управление удобное, эксайтером что-то раздуть, какие-то частоты. Причем оверсамплинг, когда я здесь включаю, все начинает аккуратно звучать, поэтому оверсамплинг я здесь никогда не использую. Low-end focus, он очень классно, особенно бочку подчеркивает, когда она тонет в миксе. Особенно, когда мне на мастеринг чужие треки присылают. Получается так, что зачастую вот не хватает давления на низких частотах от перкуссии. И с помощью вот этого low-end focus, даже в таком случае, запущенном, можно этой бочке вернуть былую мощь и славу. Вот пишут, что пятая зона намного более кайфовая. Возможно, и там, по-моему, даже есть ревербератор, насколько я помню. Динамический эквалайзер очень крутой. То есть выбираем полосу частот, вниз или вверх. Все это дело, чтобы работало. В каждом из модулей здесь есть режим Learn, обучалка, которая анализирует сигнал и делит на полосы наш весь спектр. Ну и теперь мы можем каждую отдельно полосу расширять или сужать с помощью вот этих ползуночков. В общем, Озон, если вы мастерингом занимаетесь, то стоит его иметь, конечно же, в арсенале просто 110%. А дальше, процесс Audio Sugar, вот про него спрашивали. Очень часто использую при мастеринге. Про этот приборчик есть стрим. Тут у нас такая динамика, эквализация четырехполосная с разными режимами обработки. Плюс еще эквалайзер, срез высоких низких частот, сатурация с разными алгоритмами.
Mid-Side режим. Главное с сахаром не переусердствовать. Если на сахар денег нет, используем витамины для бедных. Waves Vitamin. Что тут у нас есть? У нас тут есть, опять же, вот внизу регулятор, это стереорасширение. Вот эти вот регуляторы, верхний ряд, это добавление, опять же, как я понимаю, динамически зажатых вот каких-то частот, как эксайтер, как сатуратор это работает, и панч усиливает атаки. Как вам SPL Iron? Вообще не мое, в чате спрашивают. Не мое. Пробовал, не прижился. Тоже прекрасно и на индивидуальных инструментах работает, и на мастере, как вы видите и слышите. Так, ну и раз уж про мастеринг, мой любимый лимитер. Окей, мультимедиа стелс лимитер. Здесь на самом деле 4 режима, все, что про него нужно знать. Интерсэмпловые пики можно резать, установив 4x, 16x, оверсамплинг. Срезать инфрониз, инфрасоник фильтром. Но при этом низкие частоты меняются всегда, и иногда это в плюс, иногда в минус. А так, самые ходовые алгоритмы Tight, если прям такие пики выделяющиеся, сбалансированный самый часто используемый режим, и Harmonix 1, Harmonix 1 такой подсатурированный, я так понимаю, перед попаданием в лимитер еще пики дополнительно сатуратором срезаются. Вот тут уже поздравляют с 31 декабря людей. У нас еще в Киеве 23.13. Так что, когда касается дела лимитров, вот этот мой самый любимый. И в 90% случаев использую именно его. И Denis Audio God Mode. Тоже очень крутой инструмент. Причем на вокале часто его использую и при мастеринге. И где-то тут кнопочка самая первая. Про него мы тоже говорили. Вот это нечто вроде эквализации. На самом деле, с помощью вот этих вот точек и выпячивания графика мы даем понять, где мы хотим произвести сатурацию. Ну и, собственно, все. Тут еще какие-то режимы Tape, Warp Boost. Я ими не пользуюсь. И все, очень быстро настраивается и шикарно просто уплотняет. Но на мастере нужно с ним очень аккуратно, потому что он очень часто, он саб-низ что-то с ним делает, и саб-низ так бум и пропадает. Поэтому очень-очень аккуратно. OTC MD4 Native. Про OTC Electronics мне вообще нечего сказать. Не заходят их приборы, и зная инсайдерскую информацию подковерную, не хочется ни SSL, ни TC использовать в принципе. Креативные специальные эффекты Shaper Box и The Blue Glitch. Glitch такой очень-очень старый эффект. Когда-то я его даже на живых выступлениях использовал с помощью Behringer BCR, по-моему, или BCF. С ручками такого контроллера управлял вот этими всеми регуляторами. Очень круто это выглядело и звучало. Ну, давайте просто пресеты мы послушаем, чтобы вы понимали, насколько этот прибор может исказить в лучшем, в хорошем смысле ваш звук.
Ну и так далее. Вот пишут ему 10 лет и спрашивают, что там по 1.78, про него уже давно поговорили. И если вас интересует не 10-летней давности плагина, то вот есть замечательный плагин от Devios Machines, про него тоже был стрим. Принцип на самом деле тот же самый. То есть куча слотов, какие-то кривые мы можем рисовать, какие-то штуки. И, собственно, таким же образом гличевать, там, замедлять и искажать наш звук. Ну и Cable Guys, Shaper Box, плагин, который у меня в каждом проекте вот, используется просто-напросто всегда. Как правило, как вы видите, загружается дефолтное состояние, это sidechain. Иногда, чтобы, опять же, в просете у меня нарулено, чтобы быстро поменять какие-то параметры. Кривую громкость я отключаю. Включаю автоматизацию панорамы. Ну или опять же как сайдчейнер. Ну и раз уж дело про спецэффекты зашло, тут и спецэффектные есть штуки. Ну и так далее. И в чате спрашивают, ты когда-то сравнивал в слепом тесте микрофоны Slate и эмуляцию? Если честно, я уже не помню. Slate, если без эмуляции, у него странноватый верх. Плюс, когда начинаешь наваливать, ну блин, вот когда у тебя микрофоны ламповые, ты транзисторные, без транзисторов и трансформаторов, и ты вот в три разных микрофона работаешь, ты понимаешь, что, блин, они конкретно отличаются, они конкретно по-разному реагируют вот на давление. Это, ну, как музыкальный инструмент. А Slate, он, блин, как-то одинаково звучит. То есть, классный, классный. За $500, когда он по скидке продается покупать, ну, я рекомендую, да, прикольно. Если у вас там больше 1000 евро на покупку, вот я рекомендую Simple Way Mic One, который использую, который по моей рекомендации ребята покупают, и, в принципе, практически все довольны. Потому что универсальный. Потому что капсуль там от CK RK-12 стоит. И схема таким образом построена, там нет лишних деталей, нет трансформатора, не красящий звук, поэтому в него пишешь, потом раскрасить можно как угодно. Вот я уже почти насобирал на стриме средства на постройку микрофона. Надеюсь, что все получится. И соберем 87-й клон 87-го Neumann, бестрансформаторный, который, по заверениям человека, который эти конструкторы продает, он по всем характеристикам лучше, чем Neumann. Соберем, сравним, сделаем тест, будет интересно. Сейчас в чат напишу, как называется микрофон. А мы, друзья, идем с вами дальше. А дальше у нас бесплатные всякие штуки. Ну, во-первых, бесплатный синтезатор Vital. Не поленюсь его еще раз показать. Как мы про него уже вначале говорили, свой банк звуков я показывал. Замечательный инструмент.
Убийцей серумом его называют, я с этим не согласен. Серум поплотнее звучит, поинтереснее фильтры. Но этот инструмент стоит $0. Поэтому его грех не забрать себе, потому что он просто шикарен. Даже если бы он стоил там $100, он просто прекрасен. Так, дальше у нас из бесплатных Arturia Tape Mellify. Недавно они выкатили замечательный ухудшайзер. Давайте его на мастер повесим, чтобы прочувствовать всю силу ухудшения. Вот спрашивают, где скин взять. Когда выложу свой банк звуков, дам ссылку на скин. А-ля серум. Tape Mellify, по-моему, еще сегодня, если мне не изменяет память, доступен этот плагин бесплатно. Если вы его не получали, обязательно бегите на сайт Arturia, потому что здесь у нас шикарный преамп, тон в сторону верха низа, и здесь фильтр в сторону верха низа, симуляция механики и всяких неровностей воспроизведения, идеального воспроизведения ленты. Даже можно шум добавить. В общем, такая утеплялка, ухудшалка с плавающим звуком. Очень прикольно. Вот, вот таким образом можно все это стилизовать под старину. У нас, кстати, в чате Вадим Шантор, с которым мы сейчас делаем замечательный ремикс. Вадим Шантор из Питера. Братишка, выздоравливай. Крутейший продюсер. Очень рекомендую его треки. Надеюсь, и наша совместная коллаборация скоро выйдет. Как вы слышите, замечательно он утепляет, добавляет такой винтажности. Ну, шум можно не подмешивать. Вот в чате спрашивают, голова не устает от полукилограммовых наушников? На самом деле, на обзоре облажался, они 420 грамм весят. Гораздо удобнее, чем Odyssey LCD-2, которые у меня были до этого на тесте. Ну и надо качать шею. Вот, собственно, и все. Замечательно эти наушники себя показывают. Опять же, я их использую с эквализацией, про которую в обзоре рассказывал. А который по нагрузке на процессор 0.1%, 184 сэмпла задержка, так что очень даже круто. По поводу Arturia, шикарные синты, я на них делал треки, так у меня спрашивали, что это за муги у тебя и Оберхаймы звучат. И в начале этого стрима я еще там демонстрирую небольшую партию на Юпитере, вот тут у меня кнопочка Юпитер от Arturia 8, просто бомба. И, кстати, для трека совместно с Вадимом Шантором использовал в ямке как раз пресет свой для Юпитера. Так, далее незаменимые плагины. Ну, давайте пробежимся по ним так, очень быстро. Waves Airbase. Про Airbase, опять же, видео про подписки там подробно рассказываю, когда их использую, чтобы усилить низ, чтобы сделать бас более читаемым на всяком говне с маленьким динамиком. И если в материале нет низа, допустим, в гитаре срезали его, или его в принципе не было там, то можно с помощью Airbus'а, вот, частоту на максимум, intensity по вкусу, этот низ недостающий вернуть. Если интересует с примерами, смотрите видео «Битва подписок» плейлист, там про все это дело рассказывается. Далее из незаменимых, вот, наверное, самый часто используемый, это Chris Lord LG CLA Base.
Тут просто добавить нечего. Просто вешаешь этот плагин, крутишь ручки, тут у нас бас, то есть низкие частоты, высокие, компрессия, саб-низ, дисторшн, если надо. И pitch — это у нас хорус. Опять же, для каждого режима здесь несколько подрежимов доступны. Короче говоря, это самый крутой плагин для баса. Как-нибудь сделаю коротенькое видео, запилю. Шикарный плагин. Берите, не пожалеете. Далее из незаменимых у нас оверлауд модула. Надеюсь, по модулю сделаю стрим. Фишка этого плагина в том, что здесь три культовых устройства. Ансамбл, который часто на струнные вешаются. Ну, давайте на профет секвенции послушаем. Помимо самого эффекта, здесь есть еще эквалайзер и искажение, и стереорасширение. Короче, предусмотрели все, и звучит шикарно. Также эмуляция Dimension D от Roland. И замечательный симфоник алгоритм, по-моему, Yamaha SPX-90. Прибор, который обожает Энди, но не Волос, а Энди Вакс, Энди Волос, и который вы можете, вот если вы слушали Нирвану когда-нибудь, Smells Like Teen Spirit, там огромное количество этого эффекта, симфоник, этого просета, хоруса с Yamaha SPX-90. Короче, три культовых алгоритма, прибор просто крышесносный. Надеюсь, на розыгрыш дадут лицух, и разыграем, и поговорим. Дальше, конечно же, спив, с помощью которого мы можем выделить какую-то полосу частот и бустить или, наоборот, вырезать пики сигнала. Вот так элементарно выделяем какую-то область частот, крутим ручку кайф, глубина эффекта, чувствительность, decay, затухание, это у нас вот длина вот этих вот пиков, которые у нас будут усиливаться. Шикарный прибор, уникальный, я бы сказал. И, конечно же, SUS, с помощью которого можно, наверное, в качестве DSR его использовать, такое самое широкое распространенное применение этому эффекту. Это DSR, причем прибор спектральный, то есть может работать с артефактами, поэтому нужно его использовать очень аккуратно. Вот выделять какую-то полосу частот и на нее только воздействовать. Ну, это так, я, конечно, утрирую, чтобы вам было понятно, как он работает. Но прибор из-за уникальности своего алгоритма стоит очень даже недешево. Еще один замечательный прибор, уникальный, потому что иногда вот ты не понимаешь, что с инструментом сделать, как его эквализировать. Для этого использую Smart EQ 3. Он приходит к нам на помощь. Выбираем алгоритм. Алгоритмы вот из моих, опять же, которые патронам доступны, или из заводских. Нажимаем на кнопку записи, да, чтобы воспринимал плагин звук. И нажимаем воспроизведение. И вот плагин нам предлагает такую, как видите, необычную кривую эквализацию, которую можно модернизировать, усиливать, ослаблять.
И вот, когда у нас какая-то фортепиано какое-то, какая-то гитара, то есть какие-то живые инструменты, и вот иногда непонятно, а вот может так эквализировать, так, как-то с фантазией проблемы, запускаю Smart EQ, и потом путем переключения профилей выбираю понравившееся звучание и уже его доруливаю. Так что можно назвать этот инструмент, во-первых, интересным, революционным и незаменимым лично для меня. Идем дальше. Это, конечно же, Galfus, который находится у меня здесь на горячей кнопке. И сейчас уже существует три версии этого плагина. Galfus, Galfus без задержки и Galfus Master. Принцип очень простой. Выделяем какую-то полосу частот. И Galfus его автоматически подстраивает под какую-то идеальную, известную только ему одному кривую АЧХ. Здесь вот характеристики вот этой кривой отстраиваются вот этими тремя ползунками. А Recover and Tame, Recover — это воссоздание пиков, а Tame — это резкие пики, он ослабляет. То есть можно даже в качестве DS-ра попробовать его использовать. Я часто Galfus Master использую на мастере, вот в такой в подмесе, можно сказать, очень-очень чуть-чуть. Ну, опять же, по этому прибору я стрим. Если заинтересовало, смотрите. Далее Voxango Tiot. По этому прибору тоже есть стрим. Его фишка в том, что он, во-первых, он работает со спектральным профилем, то есть равняет АЧХ, причем здесь есть три профиля. Флэт ровный, громкий и громкий плюс рок. То есть это громкий еще и с выделенной серединой. И динамика. Прибор подчеркивает пики сигнала. Мастеринг режим. 4 режима эффекта. 4 режима усиления. 2 режима усиления, извините. Channel link разный. То есть это все вот эти вот кнопочки влияют на звук. В общем, смотрите обзор. И динамика. Можно назвать это значениями, наверное, компрессии, атаки для высоких частот. Один к одному, когда высокие, они не страдают вообще. И один к 20, это когда прям они зажимаются, такие суперконтролируемые становятся. Тип делает дырку вот на определенной частоте, а слоп, он смещает энергию либо в сторону низких частот, либо в сторону высоких. В общем, интересный прибор, количество диапазонов тут задается, интересный однозначно прибор. Рекомендую посмотреть на него обзор, опять же, если вы балуетесь мастерингом. Далее, друзья, Waves Factory Track Spacer плагин. Ну, вот, допустим, сейчас можно продемонстрировать. Если нашим барабанам мешает звучание нашего профета, делаем очень просто. На профет вешаем Track Spacer и направляем звук с барабанов на этот плагин. И теперь во время звучания вот такие дырки, да, с барабанов видно, они вырезаются, прорезаются в спектре, в АЧХ нашего синтезатора. Очень часто я использую такую штуку, там в подмесе 8-10%, чтобы вокал прорезал дырки во всем остальном инструментале и не терялся в миксе никогда. Track Spacer однозначно рекомендую. Хотя всегда мне в чате подсказывают, что есть аналоги, но этот мало кушает, шикарно работает, безглючно, ну что еще нужно. Дальше у нас Vengeance Multiband Sidechain. Это плагин, с помощью которого я Sidechain реализую. Он дорогой, аналогов, к сожалению, нет. Фишка в том, что есть плагин-приемник,
грузится долго, долбанный e-licensor от Steinberg, защита, приемник. Все, что на него попадает, передается в другую инстанцию плагина. Ой, извините, это был передатчик, а передается в приемник. Да, спасибо, Interstyler. Вот, это плагин-приемник. Здесь можно выбрать, откуда принимается сигнал от трансмиттера 1, по MIDI управлять сайдчейном или хост-синк, чтобы он просто при воспроизведении качалка начиналась. Либо аудиотрансмиттер с плагина приемника. Здесь у нас две полосы, низкие и высокие частоты. Можно вот эти вот кривые по-разному настраивать, как угодно. В общем-то, удобно. Не нужно городить огород с какой-то маршрутизацией, то есть на бочку, допустим, особенно если она ломаная, кинул плагин-передатчик, трансмиттер и куча вот таких плагинов на разных инструментах или на шине с там, синтезаторами. Один плагин висит, и очень-очень удобно все это работает. Ну, привязка Keylicenser напрягает. Надеюсь, они перепишут защиту на что-то софтовое, потому что этот ключ дурацкий бесит, долгая загрузка бесит. Ну и цена тоже не маленькая. Она может некоторых остановить. Так, идем далее. Далее у нас Antares Autotune EFX. Autotune EFX старый добрый, действительно старый плагин. Я сравнивал его со всеми новыми плагинами от Slate, от Melde. Новый Autotune, мне все равно, этот старый Autotune EFX заходит больше. Вот я не знаю почему. Зачастую я с помощью Melodyne выравниваю вокал и все равно иногда вешаю на вокал дополнительно автотюн, чтобы дополнительно придать какой-то такой лоск автотюновый, который вот он, характер, меняет все-таки звучание. И на самом деле мне очень нравится, как этот маленький плагин работает. И он не космических денег стоит, в отличие от максимальной версии Antares Autotune, которая там сейчас есть, 9-я там или какая-то очередная, которая стоит там долларов 400. Далее, последний, Valhalla Shimmer, незаменимый, ну, про него я уже говорил. Плагин, который дилей, поднимает на октаву или опускает на октаву сигнал, размыливает его, очень красиво. Далее у нас номинация «Производитель года». Это для меня три компании, Tribody Technology, которая выпустила замечательный эквалайзер, вобравший в себя все самое лучшее, не устаю это повторять. Апдейты, если что-то критическое, вот недавно, кстати, что-то там у людей не прорисовывалось на встроенных видеокартах Intel, так они за два дня выпустили апдейт, который это исправляет, друзья. Два дня, блин. Два дня. Steinberg, который раз в полгода выпускает апдейт. Привет. Поэтому Tribody, вам привет. Заодно Special Thanks Andy Vax они наконец-то добавили, что не может не радовать. Ну, а компании, конечно, огромный респект. Следующий у нас не производитель года, это Arturia. А, четыре компании. Arturia, Sonable и Kilohertz. Arturia, потому что мне очень нравится предложения, которые они дают по синтезаторам и по эффектам. Эффекты все шикарнейшие, дилеи шикарнейшие, все. Если вас, опять же, интересует их обработки, смотрите видео про битву подписок, там все показано, рассказано на примерах, компрессоры шикарные. Вот с эквализацией у них пока еще туго, нет цифрового прибора крутого. И, конечно же, их инструменты. Огромное количество, и фишка в том, что все инструменты звучат по-разному, с разным характером. Разные совершенно фильтры, осцилляторы, где-то сэмплер. То есть это огромная палитра звучания. Надеюсь, про SQ80 тоже сделаем стрим. Где-то там три лицензии есть на розыгрыш. Поэтому думаю, что рано или поздно мы до него дойдем. По поводу компании Sonable. Компания, которая выкатывает крутые эволюционные решения. Она допиливает, лимитер выпускает. Вот недавно был стрим, интересный лимитер они сделали. Компрессор, вот серия Smart. Smart Compression, Smart EQ, Smart Limit, Smart Rever. Ребята пытаются выжать последние соки из того, что уже есть на рынке, и что-то новое придумать. За это им огромный респект. Поэтому производитель года однозначно им тоже стоит дать такую награду. И Kilohertz.
замечательная компания, которая вот с таким вот векторным интерфейсом может похвастаться, который классно масштабируется, стоит, в принципе, вменяемых денег. Часто есть распродажи у них вот этих маленьких модулей снэппинов, которые вот здесь в списке вы можете увидеть, которые классно, адекватно работают. Можно их тут на разные полосы кидать. В общем, такая экосистема, которую можно всего лишь за $10 в месяц приобрести. И это действительно, вот на самом деле, вот за эти $10 можно, ну, практически все надобности эти плагины закроют. Ну, наверное, кроме автотюна и триггера живых барабанов. Вот Сергей Левин в чате пишет, что очень потребляет много ресурсов Sonyable. Ну, у Sonyable есть разные режимы работы. Заходим в шестеренку. И здесь у нас есть линейная фаза. И уже это все дело будет снижать потребление, прошу прощения, проца. И можно включить OpenGL. Тогда у нас вся графика будет читаться на видеокарте, на ее ресурсах, а не на процессоре. Вот Владимир Будичук спрашивает про уши. Про уши есть целое видео на канале. Это самые лучшие наушники за свои деньги. $350 для всего мира, $300 для Украины. Шикарный звук, это планары. Это просто супер. Я продал Байра, я продал Sennheiser, я продал все. И вот, вот результат. Вы видите, у меня на ушах. И в феврале я говорил с производителем наушников, они обещают дать на розыгрыш наушники. В прямом эфире сведу какой-нибудь мультитрек незнакомый и разыграем вот эти замечательные наушники. А так вообще заказывайте, настоятельно рекомендую, крутые. Называется Verum 1, сейчас в чате напишу. Verum 1, да, и на OpenGL закашлял. Так, ну мы уже приближаемся к концу стрима. По поводу прорыва открытия года. Про Kirchhoff эквалайзер мы говорили. IK Multimedia Tascam. Там TIC и Tascam. 4 продукта. 2 Tascam, 2 TIC, магнитофоны. Вот мой новый любимчик. 3340 TIC. Из этого набора он просто шикарно. Звучит шикарно, красит, шикарно сглаживает пики. Причесывают высокие частоты, можно их потом выделить с помощью эквализации высоких, низких частот. Короче, бомбическая вещь, попробуйте демо обязательно. И что у нас тут еще из прорыва открытия года? PSP E27, про него мы говорили. Cherry Audio компания, которая на самом деле выпускает очень-очень-очень дешевые продукты. Про вот этот Stardust Delay мы говорили. На самом деле это, скорее всего, не 201, а 501, потому что тут Horus присутствует, Roland. У них есть куча всяких синтезаторов. Мне реально понравился только Юпитер. И то, опять же, вот у Артури Юпитер там огромное количество фишек, с помощью которых мы можем изменять, модулировать сигнал, там всякие ручки. А Togu Audio чехи и Cherry Audio пошли по пути вот... Мы симулируем, и все. А хочется чего-то большего. Там в Cherry Audio, по-моему, даже на колесо модуляции толком не повесишь параметр. В общем, надо и улучшать тоже, как мне кажется. А так вообще интересная линейка. Но мне кажется, что вот их синтезаторы, как-то они не сильно отличаются по звуку. Вот мне хочется большей палитры. Опять же, Arturia загружаешь, это абсолютно разный характер звучания у разных инструментов. Вот он радикально отличается. А у Cherry Audio я такого не заметил. Тем не менее, вот Stardust, замечательный очень ревер, дилей и хорус в одном флаконе. Вот, красиво. Это просто красиво. По этому прибору, опять же, есть стрим, смотрите. И компания Denis Audio.
Про GutMod я уже говорил, у них какой-то Gate Poltergeist вышел, еще. В общем, все продукты этой компании очень крутые, и у них офигенно крутые демки этих продуктов на сайте. Вот если на страницу продукта зайти и посмотреть, послушать и посмотреть демки, то там, ну, прям очень классно это все. Шикарные аудио, примеры, аудиотреки, музыкальные треки, это все демонстрируется очень круто. Поэтому, друзья, Денис Аудио однозначно рекомендую, и ценовая политика у них прям шикарная, очень все доступно стоит. Это про прорыв года. Epic Fail года — это у нас компания SSL. Если вам интересно узнать подробней, смотрите стрим, такая картинка, без лоха, жизнь плоха. SSL, Fusion, все время забываю, стерео, по-моему, называется. Короче, в двух словах. У них есть прибор SSL Fusion. Так эти ребята, они сделали два прибора. Один эмулирует стереорасширялку из этого SSL Fusion железки, другой прибор эмулирует сатурацию. Сатурация ни хрена на железку не похожа. Об этом сделал один неплохой блогер стрим, даже не стрим, видео, там, где сравнил с железкой, на него SSL напали, короче, там захейтили, очень себя некрасиво повели. Они как бы сделали эмуляцию своей же железки, не доэмулировали и еще пытались как-то там ругаться с блогером. Ну окей. По поводу расширения стерео, вот то, что я говорил, все это реализуется бесплатными плагинами. Если вам интересно, найдите видео по SSL Fusion стерео. В описании там 5 альтернатив бесплатных. И этот плагин просто-напросто, что меня шокировало, он стоит $200. Это просто капец. Вот, так что SSL, can sell SSL. Можно, наверное, для меня так охарактеризовать 2021 год. Я бы, наверное, вообще отменил. Ну, в принципе, я и отменил. Я перестал использовать из принципа их плагины и, в принципе, никакого дискомфорта не почувствовал. Так что Epic Fail года уходит компания SSL. Поздравляю вас. Ну и плагин года. Tribody Tech Kirchhoff. Опять же, плагин, который выбрал в себе все самое лучшее. Прекрасный инструмент, прекрасные апдейты, которые вносятся просто вот, вот так вот, вот так вот. Каждый день они их штампуют, не только баги исправляют, но еще и добавляют новые фичи. Если вот что-то не хватает, им пишешь, они такие: окей, мы подумаем, мы внесем. Это появляется через там неделю-две. Ну, это просто... Друзья, если бы вы вот были на моем месте, общались с компаниями, были бета-тестером каких-то компаний, это просто из ряда вон выходящее событие. Этот продукт, он прекрасен. Сейчас все эквалайзеры цифровые отправились у меня в бессрочный отпуск, видимо, навсегда, и их заменил Kirchhoff EQ. Ну что ж, друзья, а теперь мы их всех разыграем. Хотелось бы, ну присылайте на розыгрыш, разыграем. Ну что ж, друзья, да, давайте подводить итоги. И уже через 11 минут тут тоже будет 31 марта. Спасибо, что были сегодня на спонтанном стриме. Он, как видите, сегодня был прям супер спонтанный. Ну, очень было много работы, но, с другой стороны, обещал, очень хотел провести этот стрим сегодня для вас, чтобы рассказать про своих любимцев. Это я про плагины. Огромное всем спасибо, желаю здоровья в новом году. Увидимся в следующем году, будет много розыгрышей. Я уверен, что будет много крутых и ревью, и обзоров, и в том числе на железо, благодаря в том числе и вам, друзья, потому что донаты на Patreon, донаты на YouTube-канале, они просто так не пропадают. Они идут на создание годного контента, который потом вы же и смотрите. За что вам огромное спасибо. Увидимся в следующем году. Счастья, здоровья и побольше крутых хитов. Берегите слух. А с вами Andy Vax. Увидимся в 2022. До новых миксов.